Карваев Александр, вратарь сборной МФТИ по футболу. Это был ваш первый матч. Поделитесь впечатлениями от турнира и от игры. Было очень приятно выйти наконец-то и дебютировать в таком турнире, как НСФЛ. Я много играл за ВУЗ в московских турнирах, но вот на таком серьезном соревновании, можно сказать, всероссийском, правильно, да, было очень приятно. Очень приятно. Турнир очень классный, мне очень нравится то, что наконец-то можно по городам поездить, в сезон поиграть, приятно. Поделитесь впечатлениями от приема домашней команды и от поля. Ну, вообще, очень хорошие условия для игры, очень понравилось, поле прекрасное вообще. Команда, вот, нам чуть не повезло, конечно, то, что мы играем с нашим прямым конкурентом на их поле, они всегда показывают здесь дома хорошую игру. И вот, возможно, как любят говорить, с календарем мне очень повезло. Вы уже были знакомы с НСФЛ в качестве комментатора. Хотели бы вы дальше продолжать эту работу? Ну, я думаю, что комментировать у меня получается несколько лучше, чем стоять на воротах, судя по сегодняшней игре. Хотя, правда, голов я не пропустил. Просто времени достаточно не было для того, чтобы все реализовать. Да, мне очень нравится это тоже. Засмущало меня. А что вы скажете о игре вашей команды? Из чего не хватило? Вот как бы это стандартно не звучало, но не хватило немножечко удачи. Были моменты у парней, были случаи, когда можно было зацепиться за мяч, ударить чуть точнее и попасть. Но, к сожалению, вот это вот не вышло. Команда очень боролась, все ребята очень переживали за сегодняшнюю игру. Все показывали максимальную самоотдачу, потому что для нас, для МФТ этот турнир, НСФЛ, он имеет самый высокий приоритет вообще в этом сезоне. И поэтому все игры мы стараемся оставлять себя на поле всего. Парни это сделали, но вот с результатом не очень повезло. Какую задачу ставит сборная МФТ на этот мини-турнир? Набрать 9 очков. Ну, теперь набрать 6 очков. Набрать максимальное количество очков, дабы закрепиться где-то в верхней, второй половине таблицы. Спасибо.